страшновато. Как бы взбодриться? Каких-нибудь острых ощущений хочется. Отличную порцию адреналина могли бы принести прыжки с парашюта, серфинг, ну или можно было бы прогуляться в неблагополучном районе с 7-м айфоном. Но нам это все не подходит. Ага, можно прокатиться на ватрушках. Говорят, вполне себе захватывающее занятие. Исследуем местные склоны, ищем лучшие горки. От автомобильной камеры до суперновомодного тюбинга. Какая ватрушка самая надежная? Ну, конечно же, эксперимент. Устроим надувным санкам тест-драйв. Зимние забавы – это самое большое удовольствие, которое приносит нам холодные месяцы. Как только выпадает снег, любители кататься с горки спешат на окрестные холмы, чтобы с визгом и хохотом отдаться любимому и полезному занятию. А где катаются апатичане и жители Кировска? Начнем с апатитов, а именно с горы Воробьины. Это, пожалуй, единственное место в городе, где люди с азартом катаются на ватрушках. Высота горки приличная, и во время спуска набираешь ощутимую скорость. При том, что спускаться на надувных санках можно только с середины горы. Ведь как таковой подготовленной трассы, ограничений и людей, которые следили бы за безопасностью, здесь нет. Другое дело таунхилл в Кировске. Для гостей и жителей города строят специальную тюбинговую трассу. Причем каждый год разную. В прошлом году у меня более-менее, как бы, ну, у нас тут более ровная, прямая линия. И не обеспечивает немножко безопасность. В этот раз сделал виражи побольше, два виража, чтобы сгасить скорость и получить стремительную силу, чтобы человек, находясь в ватрушке, чувствовал, ну, как... ускорение. Главный помощник в создании горки – это, конечно, ротрак. Он набивает борта, подрезает их фрезой, чтобы были ровные. Навалило много снега, соответственно, надо пробить линию подъема. Да. Вот таким вот образом. Не обходится на склоне и без ручного труда. Особое значение, как это не покажется странным, имеет место, где ватрушка отстегивается от подъемника. Она сюда подходит, здесь спускается, отцепляется и выходит сразу на трассу. Это самое слабое звено, потому что снег накидывается, и ватрушка начинает неправильно идти. И вот снег надо накапливается, и вот так вот надо иногда сбивать вниз снег. Видите, вот этот шнурок. Это вот охранная защита. Если случайно ватрушка не отстегнулась, она пошла туда, обрывает шнурок, и все, подъемник останавливается. Это чтобы туда не заволокло ватрушку вместе с человеком. Теперь все готово. Дети с огромной скоростью разбирают ватрушки в прокате и мчатся на вершину. Но что такое? Их не пускают? Оказывается, каждый раз в начале дня первыми с горки спускаются здешние сотрудники. Не удовольствия ради, а для того, чтобы проверить безопасность трасс. Трасса классная, ехать можно. Длина трассы 180 метров, и на ее самых главных виражах скорость может достигать 30-40 км в час. Чтобы так разогнаться, к примеру, на велосипеде, придется приложить немало усилий. Удобен склон еще и тем, что на него не нужно подниматься пешком. Цепляешься карабином за бугель, и подъемник австрийской фирмы «Мультилифт» плавненько поднимает тебя наверх. Да, эта зимняя забава приносит исключительно позитивные эмоции. Наверное, именно поэтому рейтинг тюбингов ватрушек растет с каждым годом и успел покорить сердца не только детей, но и взрослых. Самое классное на горке было, это как спускаться вниз очень быстро. Весело? Да. Кричала? Нет. Очень весело, здорово. Всем очень нравится. Накатавшись вдоволь, дети возвращаются домой, уставшие и счастливые. А для сотрудников Таунхилл работа продолжается. Когда проходит много людей, то есть 70, там столько, 80, не знаю, ну, особо не считать, это несколько тысяч прокатов. Снег, он не выдерживает, не асфальт, поэтому меняет конфигурацию трассы, выбивает ее, поэтому надо снова готовить. И в следующий раз трасса, как новенькая, будет вновь ждать своих посетителей.
Внешне ватрушка напоминает большую надувную автомобильную камеру, обтянутую ярким чехлом. И все же от скучной камеры осталась только форма. Тюбинг – это принципиально новое зимнее развлечение. Выбор ватрушки для катания зависит от многих показателей, которые обязательно необходимо учитывать при покупке. И, конечно же, в первую очередь это размер. Детям дошкольного возраста подходит ватрушки 80-90 сантиметров. Ребята с 7-10 лет комфортно чувствуют себя в тюбинге диаметром 95-100 сантиметров. А если вы не знаете, какого диаметра купить тюбинг взрослому, обратите внимание на модели размером 120-150 сантиметров. Почему это важно? Размер ватрушки тесно связан с безопасностью. В большой ватрушке ребенок просто утонет и, катясь с горки на большой скорости, может выпасть за пределы бортиков. Взрослый, усевшись в маленький тюбинг, будет тормозить при катании ногами. Дно надувных санок, которые продаются в магазине, сделано из ПВХ. Но вот от того, какой плотности этот материал, зависит долговечность тюбинга. Что касается материала верха, взрослым и подросткам подойдут надувные санки из ПВХ. Они отлично скользят по снегу и льду. А вот для ребенка 3 лет и старше можно выбрать тюбинг в комбинации ткань ПВХ. Дно у таких моделей обычное, а вот верх мягкий и не скользкий. В такой ватрушке легче удержаться на большой скорости. Обратите внимание и на элементы безопасности. Ручки должны быть сделаны из морозоустойчивого пластика или прочного текстиля. Они могут быть приклеены или пришиты. Швы чехла должны быть ровные, желательно двойные. Что касается цены, она вполне демократична. От 1000 до 3500 рублей. А теперь переходим от теории к практике. Есть у меня несколько предметов, которые, я думаю, в принципе, неплохо скатятся с вашей горки. Давайте попробуем поэкспериментировать. Вы со мной? Да, я с вами. Вот смотрите, обычная ватрушка. Чем она отличается от ваших? Эта ватрушка приспособлена просто катание индивидуально, где угодно. Ага, то есть сюда, в принципе, тоже подходит? Сюда подходит, но вот как она пойдет, я пока не знаю. Давайте посмотрим. Я вот хочу сам. Стартуйте. И что получится. На таких предметах я это не вижу. Посмотрим, давайте трассе. Удачи! На первый взгляд и не скажешь, что эта ватрушка как-то отличается от тех, что выдают на склоне. Потверже, конечно, да и катится не так быстро, но все же едет. Хотя спуск на собственных надувных санках на склоне строго запрещен. Для нас сделали исключение, и то только ради эксперимента. Ну теперь я попробую. Ой, давно я не каталась на ватрушках. Ну, думаю, в этой штучке будет очень комфортно и вальяжненько. Ну что, открываем сезон катания на ватрушках? Мамочки, я набираю скорость. Ой-ой-ой! Ой, она совершенно неуправляема. Мама, мне страшно. Ой, главное не сбить камеру. Главное... О, мамочки, что это такое вообще? Почему меня так крутит? Страшно. Однако, у меня вестибулярный аппарат, да не к черту. Да, закружила так закружила. Ох, до сих пор голова кругом идет. А вот еще один минус катания на своей ватрушке. Кто-то с комфортом поднимается, а кто-то идет пешком и тащит на себе. Фух. Да, решите покататься на своей собственной ватрушке. Думаю, вас ненадолго хватит. Пара подъемов и все. Можно идти домой. Ну что скажете, как она катается? Не опасно, неуправляемо. Она медленно едет. Угу. И нету степени защиты. Все-таки, смотрите, она все-таки большая, такая мягкая. То есть есть защита от ударов, от переворачивания. Угу. То есть это нам не подходит? Да, это не подходит. Ага, отбрасываем в сторону. А смотрите, что у меня еще есть для вас. Да, очень такая компактная тарелочка. Я думаю, каждый в детстве на ней катался. Правда, не с таких шикарных горок, но все же. Давайте я ваш агрегат подержу. Попробуйте. Не, я уже забыл как-то не кататься. Сколько лет прошло. Так. Да, захотите покататься на ледянке, покачайте накануне пресс. Очень пригодится. В противном случае вы не сдвинетесь с места. Ох, моя любимая старая добрая ледяночка. Совсем недавно я каталась на тебе за собакой, теперь придется самой справляться. Ну давай, поехали.
вези меня. Ух ты! Ой, мамочки! Ой-о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 й! Слушайте, у меня, по-моему, скорости повыше! И в сугроб, в сугроб, в сугроб. Еще и перевернулась. Вот так вот экстремально получилось. По-моему, неплохо, но очень неудобно. У вас еще что-нибудь есть? Да, представляете, есть. Ну, давайте сначала про тарелочку поговорим. Совсем не едет. Ну, вообще не едет. Она пойдет только по льду. Здесь все-таки снег укатанный, но не лед. Поэтому она не пойдет. Ясно. Слушайте, ну вот либо картонка, либо пакет. Еще один такой предмет из Советского Союза, из нашего доброго детства. Ну, давайте еще и на нем попробуем, проэкспериментируем, испытаем пакет, что называется, на прочность. Ладно, хорошо. Только ради экспериментов. Так. Опа. Это слишком сложно. Вообще не едет. Так, как мы там это делали? Опа, за ручки держимся. Ножки поднимаем. Главное, попу не отбить. Вот это вот самое главное. Ой, слушайте, у лимончики, представляете? А я еду, а я еду. Больно, однако, слушайте, очень больно. Но вполне возможно прокатиться. И все-таки прогресс не стоит на месте, и это здорово. Поэтому давайте кататься на действительно проверенных тюбинговых трассах и хороших ватрушках. А на этом у меня все. Смотрите в следующем выпуске. Какие бывают трассы и только ли зимой можно закладывать крутые виражи на надувных санках? Существует мнение, что катание на ватрушках опасно для жизни. Так ли это? Где отремонтировать ватрушку и как ее правильно хранить? Увидимся на следующей неделе. Живите ярко, выбирайте спорт.